И снова здравствуйте, друзья! В студии Анна Трояна. Это значит, пришло время узнать, как провести время вместе с нашим каналом. За окном жаркие будни, такими будут и картины на нашем канале. Не переключайся, подробности сейчас расскажу. На этой неделе нас ждут продолжение возвращения Мухтара, расследование Горюнова и интриги Катиной любви. А еще предлагаю ежедневно посещать пляж вместе с ЛРТ. Будет жарко! Полицейский в отставке работает директором пляжа. Тем не менее, отголоски прошлой жизни не дают ему жить спокойно. Начальник РОВД, давний друг нашего героя, постоянно обращается к нему за помощью в распутывании дел. А еще на берегу регулярно что-нибудь случается. И экс-правоохранитель не может оставаться в стороне. Подробности смотрим по будням 8.45 и 17.30. А ты знаешь, кто этот конкурс держит? Ну и кто? Кацоев. Это который? Тот самый. А еще с ним Магарамов. А этот Мухуч Эльдарович. А ты его знаешь? Ха. Уже познакомились. Его нынче ночью в Волне при попытке ограбления чуть про отца мне отправили. Любовь под грифом «Совершенно секретно». Под таким названием целых 3 дня вас ждет отечественная криминальная история. Полковник-спецназовец должен доставить из колонии свидетельницу преступления. Васильевой нужно дать показания против крупного бизнесмена. Факт ее возвращения для преступника весьма нежелателен, поэтому он решает убрать женщину. А наш полковник, в свою очередь, получает приказ доставить Васильеву в Петербург живой и невредимой. Как закрутится эта история, узнаем с понедельника по среду в 22.00. Мороева система заказного убийства отлажена, как швейцарские часы. Если они решили кого-то убрать, непременно завалят. Да так, что еще осиновые колбы утрубили, голову отрубили, чистоком посыпали. Зомби мне нужны, работают всегда чисто. Кстати, когда сегодня твоих зарывали, грязно сработали, ошиблись. Так что нервничает народ. А завершить рабочие будни, мои друзья, нам предстоит в романтической обстановке. Вас ждет увлекательное знакомство с Джеком и Джилл. Она – очаровательная француженка, а он – молодой американец, который только что расстался с девушкой. В одиночестве парень прилетает в столицу Франции. Наша героиня случайно подбирает его чемодан и моментально влюбляется в содержимое багажа. И ведь кажется, его хозяин – ее мечта. Что почувствует девушка при встрече с Джеком? Узнаем 18 марта в 14.45. Маленький красный чемодан. Лучше бы взяли его в ручную кладь. Да-да, я знаю, но я всегда боюсь, что дверца над головой откроется, и он свалится сверху и угробит меня. А я не ем в столовых. Боитесь, что в супе тараканы? Нет, толченое стекло. Еще я боюсь банкоматов. Вдруг они взорвутся. Я тоже. Забавно. Возможно, неделя была трудной, и времени посмотреть новости городского округа Люберцы у вас просто не нашлось. В выходные наш телеканал предлагает программу «Итоги недели». В часовом информационном выпуске вас ждут самые интересные репортажи минувших 7 дней. Смотрите в субботу и воскресенье в 10.00 и 19.30. Текущая смена форума «Я гражданин Подмосковья» проходит под девизом «День открытых дверей Московской области». Молодежь может познакомиться с представителями учебных заведений и крупных предприятий Подмосковья. И все это в неформальной обстановке. Насколько сильной может быть любовь и какие трудности готовы пережить люди ради дорогого человека? Ответы на эти вопросы нам предстоит узнать в субботу. Археолог-подводник Джей исследует затонувшее судно 18 века. Пытаясь спасти супругу, он получает опасное ранение и впадает в кому. Борясь со смертью, герой переступает грань реальности и переносится в Индию 1778 года. Там наш герой начинает жить как британский офицер, поглощенный страстью к прекрасной воительнице Туладже. Чем все это обернется, увидим 11 августа в 20.30. Пока вы спали, мы спрятали вас в повозке с сеном ради вашей же безопасности. Вы чем-то опоили нас?
Ваше Величество, поверьте на слово, вам повезло, что вы спали. Нападавшие собирались убить вас, а не спасти. Так отпустите нас. Ваше Величество, мне поручили доставить вас в Бомбей. И я гарантирую, что пока вы под моей охраной, вы в безопасности. Ну а вечер воскресенья проведем с мировой историей. Портрет Дориана Грея взбудоражит ваше сознание и, безусловно, не оставит равнодушными. Молодой и невероятно красивый парень попадает под влияние лорда Уоттона. Он внушил юноше, что секрет успеха и счастья Дориана в его красоте. И тот заключает сделку с дьяволом. Заказывает свой портрет, и теперь вся грязь его жизни, полное распутство и преступных страстей, будет пачкать и портить полотно. Его же собственное лицо останется вечно юным и прекрасным. Но какую цену за это придется заплатить Грею? Смотрим в пятницу в 22:00. Величие жизни, ее ужасные проявления, острые, как лезвие ножа, жестокое испытание. Дорогой Гарри, вы научили меня, что жизнь должна пылать, как огонь. Но его свет не слепит меня, а пламя не да я огонь, Гарри. Я сам огонь. На этом все, что я успела вам рассказать. Заходите на наш официальный сайт www.lrt.tv. Там много интересного. А еще подписывайтесь на ЛРТ в соцсетях и будьте в курсе самых актуальных событий округа. Я, Анна Троян, желаю вам лазурного берега и ласкового солнца. Пока-пока!